натяжные потолки от компании «Фран». Профессиональный подход, взвешенное решение. Миготина 104, Пролетарская 17. Доверяйте профессионалам. Ее можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 550029. Я тоже хочу жить в «Радуге». Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Спонсор прогноза погоды – компания «Фран». Хотите привнести в интерьер квартиры что-то новое? Спешите установить многоуровневые потолки с художественной росписью. «Фран. Потолки нового поколения». Улица Коли Миготина, 104. Телефон 43 23 36. Если вы мечтаете приобрести качественное жилье по доступной цене, компания «Курган-Сельстрой» предлагает вашему вниманию жилой комплекс «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Приобрести квартиры можно в строящемся и готовом доме, в кредит, в ипотеку, а также в рассрочку. Телефон отдела продаж 55-00-29. Свою мечту осуществи, квартиру в «Радуге» купи. А теперь о прогнозе синоптиков. В четверг скажется влияние антициклона, благодаря чему жители региона ждет погожий и довольно теплый весенний денек с температурным режимом на 5 градусов выше климатической нормы. В Тюмени плюс 13-15, в Челябинске и Екатеринбурге плюс 14-16, без осадков. В Кургане ночью переменная облачность, осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, температура воздуха плюс 3-5. Днем в Кургане небольшая облачность, преимущественно солнечно и сухо. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15-17. Атмосферное давление будет слабо падать. 17 апреля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!